Они искренне верили, что их судьба будет суровой. Они сами избрали ее. Герои литературно-музыкальной композиции «Дорогами войны» – вчерашние школьники, добровольцами ушедшие на фронт защищать родину. Практически ровесники всех тех, кто в этот день оказался как в зале, так и на сцене Видновской школы номер 7. Наша главная задача – это патриотическое воспитание, чтобы дети, слушая классику, задумывались о том, что их современники – их ровесники испытывали в том далеком 41-м году, когда началась война. Создателям и актерам литературно-музыкальной композиции «Дорогами войны» удалось органично совместить множество выразительных средств и направлений в одной постановке. Фрагменты из пьес, классических произведений советских авторов сменялись танцами, а лирика – песнями о войне. До свидания, девочки! Девочки! Постарайтесь вернуться назад. В постановке были задействованы лучшие творческие коллективы школы. Театральная студия «Анкор», коллектив театра «Танца Гармония», акробатический коллектив Ольги Черемской, юные солисты и чтецы. Главные роли были абсолютно у всех. Каждый получил свою часть эфирного времени, и каждый, на мой взгляд, выполнил ее превосходно. Актеры готовились к выступлению в течение всего учебного года. Репетировали, советовались, переживали за своих героев и делились впечатлениями. Нам как бы смотрели со стороны и говорили, вот не очень это подходит, так что, может, что-то переставим, переделаем. Мы представляли, переделывали. Ну, получилось, что получилось. Это было все очень волнительно, так как спектакль драматичный, такой лиричный. Я думаю, да, всех тех, кто выступал сегодня, это очень тронуло. И со своей задачей они справились на отлично. Многие зрители не могли сдержать эмоций. Это незабываемое ощущение того, что сейчас нам показали. Это очень здорово, что мы сейчас до сих пор это помним. Много знаешь о войне, знаешь, что чувствовали люди, но после этого мероприятия просто я чуть не прослезилась, честно. Вот, хотелось плакать. Такие постановки – не только прекрасная возможность познакомить и заинтересовать школьников классическими военными произведениями, но и дань памяти героям Великой Отечественной войны, отстоявшим нашу родину 70 с лишним лет назад. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.